Ну что, пойдем фотку делать? Я сейчас уже почти собралась, сейчас оденусь. Сейчас поеду в торговый центр делать фотографию. Нет, я только начала. Я только начала. Ребята, еще впереди лето. Еще сейчас расцветет. Начнется день. Ну, раньше день начнет начинаться. И как бы я смогу делать те фотографии, которые я хочу делать. Для своего блога в Инстаграме. Поэтому... Кому не нравится, не смотрите. Кто смотрит и кому не нравится, терпите. Вот. Ничем помочь никому не могу. Я еще видео начну снимать. Вот тогда будет вообще огонь. Последнее видео, вот сейчас вот у меня идея появилась про тех женщин, которые на меня наезжают, знаете. Вот про них хочу заснять, про честных, святых женщин. Вообще, знаете, ребят, такую поговорку: не суди, не судим будешь. Я-то за себя знаю, я за себя отвечу. А вот те бабы, которые, вот, знаете, изменяют своим мужчинам, любовников имеют, вот эти вот женщины, вот как вообще? Это я-то, да, по мне видно, что я в завязке живу, без мужика уже давно, по мне видно. Это прям вот эта вот энергия, энергия, она прям, она прет из меня, она же заметна, что я необычный человек, а немножко съехавший. Это все гормончики, ребята, как вы хотели от личной жизни отказаться? Вот. Поэтому лиса такая, какая она есть. Это, знаете, не я такая, это жизнь моя такая. Это до чего жизнь должна меня была так довести, трухануть, что я вот такой вот стала. Вы думаете, я прям сразу такая, такую меня мама родила? Да. Я в своей семье такого говна не видела, что и какое говно я хватанула вот за заборами своей квартиры. Вы понимаете? Каких людей встречала на пути? Вот такая я и получилась у вас. Вот такая вот я и получилась. Поэтому, ребят, не вижу смысла осуждать. Какая есть, такая есть. Принимайте. Принимайте. Не принимайте. Не принимайте. Понимаете? То есть, как бы, тут выбора-то особо нету. Нету выбора. Я уже 3 года живу без отношений. И я не вижу смысла в них, понимаете? Вот для чего людям, вот давайте порассуждаем вот такой момент. Тема, конечно, не очень интересная. Вчера были темы у нас получше, но вот такая вот тема, для чего люди используют сейчас отношения? Отношения у нас сейчас люди используют под прикрытием выживания. Выживают за счет этого, понимаете? А я так не хочу. Мне по кайфу жить душой. Вот. Чем я найду себе какого-нибудь мужика, буду ему борщ готовить, а в душе пиздеть. Знаете, на словах буду говорить: любимый мой дорогой, а чувств я к нему испытывать не буду.
Нахрен мне это надо? Я лучше буду жить, знаете, я лучше ребенка этого включу, девочку эту вот, такую вот, вот лису вот, как мне написали, лиса ебанутая. Да, вот включу лису ебанутую, вот буду так жить, да. Там уж никогда так не жила. Зато буду жить честно, знаете, честно, душой. А не так, как многие живут, а потом на заборах пишут: разведенка, сжечь на костре. Вам показать эту надпись? Можешь заснять? Это ж офигеть просто. Вот кого жизнь довела. Вот про этих женщин нужно говорить. А не про тех, кто живет по кайфу, знаете, никого не трогая. Кого я трогаю? Вот бабы на меня там говно льют в комментариях. А кого я трогаю? Казалось бы, я просто выложила. Ну да, я выложила на всеобщее обозрение. Да, выложила. Но это моя страница. Я же не украла ничего. У меня губы просто кривые, Денис. Кривые губы у меня. Мать природа родила вот с такими вот кривыми губами. Представляете? И жопа у меня неравномерная. А вообще в курсе, что действительно тело у нас несимметричное. Вы знаете, как вот это... Мне все время в школе одноклассница говорила, подружка, кстати, моя лучшая, что у меня один глаз больше другого. А потом в институте мы, там на третьем курсе, нам преподавали, кстати, по медицине, что у нас-то вообще несимметричные черты лица. Да-да-да. Так, после вчерашнего там не только у меня кривилось, не только губы, у меня и глаза вот такие стали. Давайте сделаем скрин какой-нибудь смешной. А душа хочет почувствовать вкус этой жизни, ребята. Потому что когда тебя сожгли, дотла твою душу сожгли, и ты потихонечку восстанавливала себя по кусочкам, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Теперь просто хочется жить, и все. И никто не нужен. В одиночестве хочется общаться с людьми, да, потому что мне нравится общаться с людьми. Но вот это вот мозгоебизма и вот этих вот обидных комментариев, которые бабы пишут. Слушайте, бабы, работайте над собой. Одна мне написала: ты мало, ты бездельница, там, допустим, да, пишет. Да откуда ты знаешь? Откуда? Сейчас бы палочка появилась, слушайте. Но яблочко облизывать не буду. Вот, а мне, знаете, хочется еще, знаете, какой эфирчик сделать с помидорами. Я Женьке писала, следующий эфир будет, или не, Жень, тебе писала или нет, я уже забыла. Следующий эфир будет с помидорами, знаете, накупим помидоров. Я такая буду с ними целоваться, потому что давно уже не целовала никого, мужа своего, последний раз, 3 года назад. Будем целоваться. Будем целоваться с помидорами и обмазывать, делать маску. Помидорная маска, она как вообще полезна, не знаете? Напишите, будете смотреть? Да, нет. Будем делать такой эфир с помидорами? Вам какую, Александр, с помидорами скинуть потом трансляцию? Сегодня не будет. Сегодня не будет этой трансляции. Это будет, я не знаю, это будет экспромтом, знаете, ждите. Это как вот небольшой анонс. Анонс. Помидоры подешевше пойдут, тогда лиса закупится помидорами, и мы тогда устроим с вами шоу. Спасибо вам большое, ребят, за поддержку. Большое спасибо.
Вот. Сейчас не буду, сейчас буду целовать, короче, знаете, анонс, целовать помидоры. Ну, третий год, слушайте, третий год одна. Я, наверное, вот знаете, вы дождетесь от меня. Ребят, вы от меня дождетесь точно. Я сниму видео для Ютуба про отказ от личной жизни. И вы послушаете, как я через это все проходила. Чтобы потом, знаете, вот не было вот этого, да она пиздит, да туда-сюда. Нет, нихера, ребят, без пизды просто. Реально взяла, да и отказалась от личной жизни. И, ну, как бы, ну, расскажу, да, как это вообще проходило, как накрывало, как гормоны херачили, да и до сих пор херачат. Я ж не просто стала такой закаленной. У меня голос, ребята, сейчас подсел голосочек у меня. Скоро восстановится. У меня эмоции, ребята, вы мне даете эмоции. Мне люди дают эмоции. Вы чё вообще просто? Какие, блин, какие могут быть? Вы мне просто объясните, какие могут быть эмоции, если ты ничего не чувствуешь к человеку? Вот эти вот животные инстинкты, про которые мне многие пишут, да нахрен они сдались вообще? Я если встречу человека... вот от которого меня просто пробьет, знаете, до мозга костей, вот это да, вот это эмоции. А так просто, знаете, как многие встречаются, чисто поебаться, нахер это надо? Голос, да, голос сел. Поэтому вот эти эмоции, я не понимаю, ребят, ну, расскажите мне, может, я просто на другой волне нахожусь, но какие вы эмоции испытываете от человека, от тела, если у вас нет любви к этому человеку, к этой душе, какие вы эмоции испытываете, чтобы тело пожмякать, чтобы за жопу подержаться, ну, о чем вы вообще? Сейчас я выберу себе на улицу какого-нибудь мужика, вот как баба это принимает, это для здоровья. Ну и нахрен мне такое здоровье надо. Для здоровья я лучше вон побегаю, похерачу на стадионе или в купельку схожу, позакаляюсь для здоровья. Для здоровья. Кому-то надо, а кому-то кто-то перешагнул этот рубеж, знаете? Ну, тоже когда-то кому-то, да, кому-то надо. А я уже пережила этот рубеж. Вот, я как бы об этом я и сниму видео для Ютуба, естественно. О том, как я отказалась от личной жизни и через какие испытания я проходила. Но не хочется мне, мне не хочется жмякать мужика, которого я совершенно не знаю. Мне даже а для того, чтобы узнать человека, с ним же надо познакомиться, нужно захотеть с ним познакомиться, слушайте. Ну, желание должно быть, женщина должна быть открытая. Слушайте, многие просят, просто слезно просят у меня, значит, фотки мои скинуть, ну, там тело туда-сюда. Я снимаю свой контент, я выкладываю тело совершенно бесплатно. Заходите в Инстаграм, подписывайтесь, смотрите, наслаждайтесь. И дальше я буду выкладывать, дальше меня будет еще больше, еще круче.
Поэтому, ребят, успокойтесь. Я ничего продавать никому не буду. Это вот другие девочки есть. Кстати, эти девочки есть у меня в друзьях. Находите, вот, ищите. И вот там вот у них покупайте. А я вот такая, какая есть. Просто общаюсь с людьми, просто веду свой блог. Вот и все. Так, ребятки, эту трансляцию я сохранять не буду. Выговорилась, короче. Забыла.